Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Виноградница на даче». Сегодня 6 августа 2020 года. Вот, я на даче, и дача моя расположена на Полтавщине. Это примерно, если по прямой, то в 30 километрах от города Полтавы в юго-западном направлении. Это для тех, кто не знает, потому что некоторые обижаются, почему я не говорю. Хотя, я думаю, что большинство подписчиков уже знают, где я нахожусь, и Якушенко, и Гергель, с теми, которыми я фильмы снимаю. Вот. Ну вот, засуха. Засуха, водички не хватает. Вот. Но виноград прекрасно чувствует себя. Видите, какой лощеный. Это поверхность листика. Вот. Это благодаря тому, что я проводил вот эти опрыскивания этим препаратом 30D. И про него я рассказывал. И вот поступают вопросы. Значит, спасибо тем, кто поделился опытом применения препарата 30D и 30V. Вот. И задаете же вы такой вопрос. Это похожие препараты, действия их одинаковые, или это разные препараты, из чего они действуют, делаются? Ну, делаются они с разных материалов. Препарат 30В делается из нефтепродуктов. Вот это получается, как говорят специалисты агропромника, чистый углерод, действие которого тоже отличается от действия этого препарата. Он воздействует на хитиновую оболочку вредителя, она растворяется, и вредитель погибает. Пленочка образуется, но препарат 30В, он высыхающий, где-то 30-40 дней, и за это время он высыхает. То есть, если ее где-то там помазать, побрызать. А препарат 30D, он делается не с нефтепродуктов, а из растительных масел. Это олия, масло растительное, репак, подсолнух. Вот. Ну, путем технологических операций вот, получается такой препарат, который обладает теми действиями, что он образует пленку, то есть он полимеризуется. Вот вы провели опрыскивание, вот, и вот на листочке он образует пленку. Но это если концентрация больше 1%. Вот 2% очень хорошо, тогда он выступает как антитранспиратор, то есть уменьшает испарение, лишнее испарение влаги. Ну, благодаря чему, вот видите, какие листья, какой зеленый виноградник. Вот, благодаря вот этому препарату, потому что поливать у меня нечего, без полива. Вот, правда, то, что без полива, чем плохо, что ягода мелковата, она не достигает того размера, который не хватает питания. И там был какой-то вопрос, почему ягода мелкая. Ну, тут надо разбираться в каждом случае конкретно, вот, потому что причин может быть много, и непонятно, что значит мелкая, то ли она не достигла того размера, которая должна быть по сорту, то ли это горошение. Ну вот, у меня, например, не достигает того размера, который должен быть. Ну, правда, еще идет процесс роста ягод, все задерживается. Если в прошлом году виноград восторга я уже кушал полным ходом, то в этом году он еще сахара не набирает. Ну и наполовину меньше ягода. Не 30 миллиметров, а 15, где-то 20. Вот это такая причина. Нету влаги, не хватает влаги. Вот. Так вот этот препарат, вот этот, он образует такую пленку. И на вредителей он действует каким образом? Ну это обволакивает этой пленочкой, и вредитель задыхается. Погибают яйца без дыхания, погибает сам вредитель. Очень хороший в этом плане препарат. И для того, чтобы избавиться от препарата, от этих вредителей, это надо начинать с осени, после листопада. Подготовили свои кусты к укрытию, или если кто не укрывает, то подготовили к зиме. И обработали вот таким препаратом. Лучше 4%. И вот такое опрыскивание я буду делать. Вот. Фильм тогда сниму, покажу. А сейчас вы можете подготовиться и повторить мой опыт.
ну, подготовиться, купив соответствующие препараты. Надо будет препарат 30D и железный купорос. Железный купорос я буду использовать, рабочий раствор концентрации 5%. То есть на 10 литров полкилограмма железного купороса. Так вот. Эти препараты 30В и 30D – это разные препараты по своему действию, как я вам объяснил, и их разное назначение и применение. Если вот этот препарат осенью применяется вот для тех целей, что я сказал, то препарат 30В он применяется весной для борьбы с теми же самыми вредителями. Вот тогда, когда почка набухает, набухла, вот, она чуть-чуть, вот если на черешне, чуть-чуть такая становится как бы липкая. Вот это как раз момент применения препарата 30В. Не 30D, а 30В. Вот. Ну, а 30D я уже рассказывал, когда его применять. Это как прилипатель, как антитранспирант, как прилипатель, это 0,5% концентрация, как антитранспирант это 2%, то есть такой флакон на 10 литров в течение всего лета. Ну, вот институт имени Таирова и Магарач проводили исследования по этому тоже вопросу. Вот, они проводили 4 таких опрыскивания, что касается влияния на физиологию растения. Вот, для того, чтобы улучшить урожай, улучшить рост, улучшить закладку плодовых почек, повысить стойкость к зимним, то есть повысить зимостойкость почек. Вот, это 4 раза. Пятое применение – это на зиму. Ну, там в своих опытах они применяли 2,5%, вот, но все-таки лучше 4. То есть таких 2 флакона на 10 литров. Или 12. Вот опрыскиватель у меня польский, 12 литров. Как раз 2 таких флакона. Я буду делать и фильм сниму. А вот это такая разница в этих препаратах и в их применении. Теперь, где можно купить? Вот мне тоже задавали вопрос, не знаете ли вы интернет-магазина. Ну, такой интернет-магазин, мне специалисты подсказали, это Фазенда называется. Там, где вам действительно предложат не подделку. Вот, так утверждают специалисты. Ну, и а розничная торговая сеть, это Зеленый Свит. Вот, там тоже препараты вроде бы оригинальные, но лучше всего, конечно, покупать фермерскую упаковку или с завода-изготовителя. Вот здесь указаны номера телефонов, мобильный телефон есть с завода-изготовителя, я его приведу в описании, мобильный, потом городские телефоны, код города Днепропетровска, Днепро сейчас, вот эти телефоны я приведу в описании, вы можете созваниваться, получить как саму консультацию по применению препаратов, а также вы можете и заказать препарат. Ну, конечно, один флакончик же никто слать не будет, но если вы скопируетесь, соберетесь, то вам все это вышлют. Кстати, цена будет вам где-то примерно в 1,5, а то и в 2 раза дешевле, чем покупать в рознице. А тем более по интернет-магазину. Смотришь 2 раз, вроде бы ерунду стоит вот эта фиговина, но за пересылку 80 гривен надо заплатить. А то стоит 30. Вот, вот такая разница. Ваши пожелания и просьбы, пожалуйста, пишите в комментариях. На этом все. До свидания. До встречи в следующем видео.